Эй, Юрий, ой, что это? Эй, Юрий, ребятки, всем здорово, с вами вновь Смузи, сегодня у нас... Эй, йо, ребятки, всем здорово, с вами Смузи, сегодня у нас Майнкрафт, необычный, кстати, очень необычный. Тут есть такие моды, как декоративный мод, как Furniture, есть Divine RPG для прохождения, есть бэкпаки, есть Inventory Pets, есть мутанты, что еще тут есть, я забыл. И все вроде как. Вроде как на этом заканчивается. Что ж, это новая так скажем, не знаю, как это можно сказать, рубрика, может. Ну, в общем, что-то типа в таком роде. В общем, приятного просмотра. Так, для начала хочу для начала дерево хочу. Я хочу понять, работают ли те моды, которые я накачал, конечно же. В будущем, возможно, тут станет еще больше модов. В эту сборку я, скорее всего, буду играть один. Да, поэтому никакого здесь Hunter Gamer. За что я заранее извиняюсь. Что поделать, что поделать. Ради такого летсплея сервер хостить я не хочу. Не знаю, кстати, насколько будет интересен вам этот летсплей. Но надеюсь, конечно, что чем-то он мне понравится, во-первых. Во-вторых, вам понравится, потому что есть один летсплей по огромному модпаку. Но он для меня он кажется неинтересный, поэтому вы его не увидите. Хотя монтировал очень долго. Ну, как получается. О, еще один мод к вашему вниманию. Better Villages. Здесь не просто деревня. Здесь просто шикарнейшая деревня, где мы можем стыбзить пару ресурсов, кстати. Я не против. Ну все, зовите меня к паркуристам года. Я прошел паркур нормально. Без единого урона все прошло. Если пару еще таких деревень найду, слушайте. Тогда я не буду вообще в шахты ходить, в принципе, потому что у меня все железо будет. Тем более, когда я буду иметь уже вещи из Divine RPG, остальные вещи уже не будут иметь значения. Divine RPG прям на другом уровне, в отличие от Майнкрафта обычного, ванильного. Они имеют очень разные уровни. Почему-то Divine RPG слишком отдаляется от ванильного. Но думаю, это нам не помешает, кстати. Эти деревни мне просто помогут быть лучше. О! Рюкзак! Слушайте, так, это то, что я хочу, в принципе, неплохо. О, с големом, прикольно. Слушайте, эта деревня меня полностью переодела. Вам так не кажется? Прям в одну секунду сделала меня щикардес. И в Незер ходить теперь не страшно, ай. Что еще в этой деревне можно вообще найти? Thank you.
Так, в каком я еще из домов не было? О, он пытался этим стать оружием. Ему верхний блок мешал. О! Дефолтный дом кузнеца. Неплохо. Так, пока полнейшая ночь не наступила, я предлагаю чуть-чуть походить, посмотреть. Извините меня, пожалуйста, ну что это такое? Мне поскорее нужно развиваться в сторону Divine RPG, потому что так я стану вообще непобедим. Ну хотя бы какие-нибудь из этих кирок мне сделать и все. А, вот. Мультиинструменты. Не божественные, конечно, обычные у меня хватило. Ну, собственно, что-то из этого я сделаю, мне кажется. Рубиевый самый неплохой, мне кажется, здесь. Ну, посмотрим. Ну, в принципе, ничего сложного. Нормально все. Справимся. Могу еще сюда, кстати, Галактикрафт добавить. Насчет этого сказать сложно. Поехал. Опа, еловый биом. Тайга. Мне бы сейчас от этой тайги бы выбраться вообще. Понятно. Музыкальная вставочка, ребята, как я отсюда выбегаю вообще. Не спрашивайте, что с тенями, это из-за того, что, типа, камера не в том месте немножко. Собственно, накопаем дерево. У нас он так легко это добывается. Да. Полное разочарование. Ну, придется строить из того, что есть. Даже если это будет небольшой домик. Да, я себя обманул. Ну, собственно, похоже на дом странника. Собственно, пока у меня нормальные идеи не появятся, это все пока вот так будет выглядеть. Если у меня звук испортился, это бомбану. Перезаписывать я ничего не буду. Может, переозвучкой займусь. Кто его знает.
Есть железо, кстати. Шейдеры, извините, за шейдеры я их убрал. А они вернутся, не волнуйтесь. Допустим, если сделать... Чик! 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 Собственно, все вернется как надо. Ведь шейдеры есть, а паниковать нечего. А теперь уснуть мы не можем. Да, не можем, нормально. Не, я считаю, для первой серии я сделал очень даже достаточно. Я доволен. Пока тут умирает зомби, я предлагаю вам подписаться на канал, поставить лайк, порекомендовать друзьям, чтобы у меня контент становился лучше. Ну что ж, всем спасибо за просмотр, за подписки, лайки. До новых встреч. Пока. Вот. До новых встреч. Всем пока. Летсплейщикам быть трудно.